Это видео задержания трех грабителей было сделано в одном из элитных домов Рязани. О разбойном нападении оперативникам стало известно накануне. Полицейские устроили злоумышленникам засаду. В квартире их уже ждали бойцы СОБРа. При обыске у грабителей изъяли целый арсенал оружия. Охотничий обрез, сигнальный револьвер, переделанный под стрельбу боевыми патронами, гранату РГД-5. Задержанные так и не смогли вразумительно объяснить рязанским полицейским, как они оказались в квартире. Давай, давай, как пришел, как чё? Ну как так? Ну как чё у вас? Ну давай, 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 рассказывай. Чё случилось? Уже вечером в ходе обыска в квартире одного из задержанных полицейские обнаружили большую коллекцию ножей, огнестрельного оружия, а также рации. В качестве будущих потерпевших избирались наиболее богатые жители города Рязани. В настоящее время в отношении данных лиц в качестве меры пресечения избрано за содержание под стражей. Проводится расследование. Данным лицам грозит до 15 лет лишения свободы. Примечательно, что ранее никто из задержанных грабителей не привлекался и не попадал в поле зрения правоохранителей.